только в единице плюс косинус двойного аргумента. Единица минус. Да, это вам преподаватель сейчас скажет, потому что нет замечания. Плюс косинус двойного аргумента. Да. Не то, что я заменяю синус квадрат вот по этой формуле, что это будет единица, да, одна вторая. Так, еще вопросы? Те формулы, которые там выписаны, все это, конечно, учится.